Один из старейших профессиональных праздников России – День железнодорожника. По случаю праздника в трудовых коллективах прошли торжественные мероприятия и чествования. Белореченским железнодорожникам есть чем гордиться. За последний год транзит грузов через станцию Белореченскую вырос на 150%, погрузка на 130%. В районном доме культуры на одном из торжеств побывала наша съемочная группа. Праздничное настроение всем гостям торжества организаторы постарались создать еще в фойе Дома культуры. Ветеранам-железнодорожникам было о чем вспомнить, о чем поговорить. На торжество в честь Дня железнодорожников в зале районного Дома культуры собрались люди, кого судьба связала с железными дорогами. 120 лет со дня образования, конечно, это очень большой срок. И за эти 120 лет столько людей отработало в этой замечательной отрасли. Без железных дорог мы никуда. Сегодня, конечно, без машин мы тоже никуда. Но железная дорога – самый безопасный вид транспорта на сегодняшний день. И я хочу сказать, что работа железнодорожника – много основных профессий, которые составляют поезда, которые делают пути. За всеми этими профессиями стоит человеческая жизнь. Очень хочется пожелать, чтобы вы были здоровы, чтобы были счастливы ваши дети, росли ваши внуки, и над вами, над всеми было только мирное небо. Белореченский железнодорожный узел постоянно развивается. Сейчас в него входит 12 подразделений. За последний год транзит по станции Белореченской прошлому году возрос на 151%. Представляете себе, да? В половину, получается, стали работать более по Белореченской. Погрузка 131% прошлому году. Это при прежнем штате, то есть людей больше не стало, повысилась эффективность труда. Узловая рабочая группа железнодорожной Белореченская в первом квартале заняла первое место по дороге. Во втором квартале также первое место. Ну, соответственно, полугодие. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов-железнодорожников. А они, в свою очередь, пожелали всем, кто работает на станции сейчас, здоровья и удачи в этом нелегком труде. Прежде всего, работникам всех благ. Это и повышение материальных дел, семейных, и успеха в работе. Конечно, безопасность движения поездово-маневровой работы. Ветеранам долгих лет жизни. Где-то четверть города нашего это составляет железнодорожники, члены их семьи. Поэтому, конечно, хорошо, чтобы мы одной семьей с вами встречались почаще, хотя бы раз в год. Дай Бог вам здоровья, всего хорошего, чтобы все у вас получалось. Железные дороги – это артерии страны, которые связывают города. А раз города, значит, наши судьбы. Непрерывно стучат колеса, выбивая железо стук. Это станция Белореченская. Поезда отправляет на юг. В честь профессионального праздника белореченские ветераны-железнодорожники и передовики этой профессии были отмечены благодарностями главы района Ивана Имгрунта. За большой вклад в развитие железнодорожного комплекса, многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником Днем железнодорожника наградить начальника железнодорожной станции Белореченская Савченко Валерия Викторовича. Отличным подарком к профессиональному празднику стал концерт творческих коллективов районного Дома культуры. Дорога, дорога, ты знаешь так много о жизни моей непростой. Дорога, дорога, осталось немного, мы скоро вернемся домой. Юлия Вагапова, Сергей Чернецов, «События и люди».